Первый взвод отдельного батальона патрульно-постовой службы, но развод построен. Замечаний нет. Течение службы готовится. Сержант полиции Крылов. Командиры взводов патрульно-постовой службы рапортуют о готовности к несению службы. Такие построения на территории межмуниципального управления МВД России Щелковская проходят ежедневно. Это не только проверка документов. В строю постовые получают оперативную информацию, ориентировки и сведения, необходимые в розыске пропавших граждан. Нынешний развод показательный. Внимание! Первое хорошее! На свои места шеи! Руководитель оперативной смены докладывает о происшествиях за сутки. Каждая мелочь имеет значение. Информация необходима для раскрытия преступления, грабежей или краж. Практические занятия заключаются в отработке на матах боевых приемов задержания преступника. Отпусти! Следом идут упражнения на защиту от нападений спереди, сверху и сзади. В руках оперативников находится оружие. На площадку выезжает группа оперативного реагирования, чтобы захватить вооруженного противника. Наркотики и другие запрещенные вещества сотрудникам полиции помогают выявить отряд со служебными собаками. За считанные секунды автомобиль полностью прочесан. И тут один из подозреваемых пытается сбежать. Учения закончены. Торжественным маршем полицейские наряды возвращаются на место постоянного дежурства. Регулярное вот это проведение, люди видят, дисциплинируются и понимают, что сотрудники МВД готовы защитить их права. Михаил Налетов, Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».